В Волгоградской области уже 7-й раз подряд силами сотрудников МЧС проводится профилактическая акция «Остановим огонь вместе». За 7 лет существования этой инициативы в ней приняли участие более 500 000 жителей региона и 7 500 000 предприятий и организаций. Основная задача – не допустить возникновения пожаров в опасный период. В этом году акцию открыл Ольховский район. В рамках пожароопасного периода на территории Ольховского района проводится комплекс надзорно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в весенне-летний период. Проводятся рейдовые мероприятия в лесах, прилегающих к территории к лесам. В ходе рейдов инспектора проверяют состояние пожарных депо, расположенных в населенных пунктах, беседуют с жителями, напоминая о недопустимости сжигания мусора и пала сухой травы. Присадебные участки тоже ощущаете, да? Во дворе нет сухой растительности? Нет, конечно. У нас помидоры растут. Основная задача этой акции – это приведение населенного пункта, приведение организаций и учреждений, которые имеются здесь на территории этого поселения, в соответствии с требованиями правил противопожарного режима. Идет профилактическая работа, идет беседы с населением, проводятся сходы, и населению, людям разъясняются правила пожарной безопасности и действия в случае возникновения пожара. Работа по обеспечению пожарной безопасности ведется в регионе на постоянной основе. Так, с начала этого года было организовано 170 сходов. Специальный инструктаж прошли более 42 тысяч человек. Для воспитанников детских садов и школ инспекторы провели 200 открытых уроков. Продолжается развитие Волгоградской области и противопожарной службы. В течение 2022 года предполагается открыть еще 15 пожарных депо в населенных пунктах региона. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области.